Приветствую вас, ребята, на своем канале. С вами снова Серега Кишкобуд. Ах ты, бомжара! Сегодня я, как после последнего ролика, о, принесли мне рыбки. Дегустировал еду, вам, смотрю, понравилось. Вот я решил приехать в более людное место. Курский вокзал называется. И два любых заведения, самых известных, самых топовых заведения. Хочу просто продегустировать пищу. Со временем, наверное, ребята, стану обзорщиком ресторанов. Я буду спрашивать, подходить и буду спрашивать самую дорогую, самую лучшую пищу. Какую мне предложат, ту я и буду пробовать. А пока, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И на мой инстаграм ссылка будет в описании. Погнали, ребята, разрывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне посоветуете самое лучшее блюдо, какое самое дорогое. Девушка, самое дорогое, самое вкусное блюдо. Что посоветуете? Ну, я вот ни разу не пробовал. Картошка. Да ладно. А вам, господи. Самое вкусное посоветуйте. Ножки, крылья, например, что вы желаете? Что, ну, грибы какие-нибудь или что, там посоветуйте рыбу какую. Ножки, крылья я пробовал. Возьмите так. Боксмастер, пожалуйста. Боксмастер, не пробовал. Ваше, да? Давайте, давайте. Печеный картофель и туда разные начинки. Это самое лучшее блюдо. Ни разу не пробовал. Крылья я острый, ел. Острый, не острый вам? Давайте, хоть по вашему усмотрению, как вкусно будет. Ребята, вы мне что, снимаете? Да нет, вас не снимаем. Это для себя просто. Нет, я не буду тогда ничего делать. Самое вкусное хочу, самое. Это он меня снимает. Не важно. Нельзя. Ладно, извиняемся тогда, что. Да, я хочу попробовать. У вас самое-самое-самое такое замечательное. Ну, вы мне отказываете, да, в блюде? Я вам делаю. Все? Тут ожидайте, сейчас все соберем. Хорошо. Вы знаете, какие начинки? Да все в одно блюдо. Все начинки хочу попробовать. Я же самый известный Серега Кишкобуд. Нет, я пиво не пью. Спасибо, брат. Ребята, самое вкусное, самое дорогое заказал блюдо. Не знаю, что посоветовали. Ну, рыбные, овощные дайте мне и грибные. Вот этих грибов хочу съесть. Поесть, да? Нет, вожди больше. Кого это? Конечно, я же Кишкобуд. Известный. Вот. Да. Теперь следую, да, вот этих грибов. Это грибы чисто. Хватит. Да. Давайте. А что еще? Ну, вот этих грибов. Ну, всех грибов. Это грибочек со сметаной. Давайте ложки. Все буду. Есть еще курица с овощами. Ну, это в отдельную тарелочку. Думаю, еще надо на... Да. Отдельную тарелочку мне давайте. Спасибо большое. Так, и рыбу вот эту. Вот эту? Да, ну и все, хватит. Все. Сколько с меня? Сейчас скажу. 766. Хорошо, карты рассчитываются. Вот, ребята, будут сейчас это дегустацию проводить. Кивикси. Мистер Картошка называется. Заведение. Но рыбка ничего, с рыбы начнем. Как же мне дали это? Бокмастер, вот видите, бокмастер. Кто пробовал, пишите в комментариях. Пепсикова, картошка фри, кивикси. Начал пробовать. Рубленная рыба, салатик. Пока еще, ребята, ничего не понял. Сейчас еще до мяса не дошел, пока тесто ем. Салат вкусный. Здесь и колбаса, майонез. Еще что-то фиг его знает. Ну, здесь
Смотрите, ребята, капуста, как котлета, не как шаурма. Другой вкус вообще, бокмастер. Шаурма – это рубленое мясо, а здесь крученое, как котлета. Тоже мясо, горимое мясо. Я, наверное, скоро вот такой, как бомба, буду ходить, если не так буду часто дегустировать, ребята. Как думаете, напишите в комментариях. Мясо то ли курица, то ли говяжье, не пойму. Грудинка, видать. $300 чем-то отдал, самое дорогое. Дороже, чем шаурма. А вы как помните, крылья я все ел, острые. 100 штук съел. Так что я даже отказался сразу от них, от крыльев. Так что я на них смотреть не могу теперь. Самое главное, поддержите активностью, напишите, что мне еще попробовать. Вы у меня все узнали только, что я много ем, как кишкобуда Серега. Вот теперь и вхожу и дегустирую чисто заведение. Ну и не забываю про челлендж никогда. У меня же бодибилдер всегда в уме, потому что я это так не оставлю, я его все равно выиграю. Лучше, чем шаурма. В шаурме это мало мяса, а здесь мясо в основном. Теперь картошку фри еще съесть надо. Обжорство – это не порог, ребята, это болезнь. Тренирую свой желудок на более глобальные соревнования там. Если все хорошо пойдет, попаду в Красную книгу. Как в Красную книгу, в книгу Гиннесса, извиняюсь, конечно. Эрудиция еще маленько не развита, ребята, так что извините. О, Мария. Вон. Заглотил ее. Скорость не надо терять. Червячка маленько заморил, ребят. Вот и все. Управился с одним блюдом. Ну, мне понравился салат. Все. Нормально. Вкусная рыба. Что за рыба-то? Не пойму я вкус. Не пробовал такой. Вот эти лисички вроде. Грибы-лисички, ребята. Вкусные. Я вообще люблю грибы. Я нынче, кстати, сам грибы рвал. Лисички я опять успел нарвать, все, когда в деревне жил, с картошкой готовил. Ну как я вам скажу, ребят, вот бокмастер, тут горимое мясо, куриное мясо, не как в шаурме, а тут прям грудинка, видать, мякоть одна, там чуть-чуть капусты, там вообще мало приправок, в основном мясо и тесто. И все. Ну, мне понравилось. Мясо, я мясоед, я по жизни с детства на мясе вырос. На молоке мясо, молоко. Ну, и потому что я деревенский, мы свое хозяйство держали. И как-то, блядь,
корова всегда была, все было. Без мяса не жил. Я бы вам, ребят, посоветовал. Бокмастер, он и денег стоит дороже шаурмы. Но он этого стоит. И кто любит мясо, тут голимое мясо. Поэтому я вам, как мясоед, советую его брать. И кто любит мясо, голимое мясо. Там не вот так нарезано, как в шаурме, не настрогано, а прям кусок такого мяса. Вот такой. Мне понравился. Потому что я мясоед по жизни. Нам можно быть первым. Вкусно, ребята, очень были. Грибы очень вкусные. Знаете, что не хватает, ребята? Комментарии Саниной. Я уже привык под комментарии Саниной кушать очень в многом количестве. Теперь приходится кушать и комментировать самому. Так что как-то так. Ну и развиваться самому. Саня просто сказал мне, двигайся, Серега. Вот я и двигаюсь. Теперь у меня двойная работа, и кушать надо, и вам прокомментировать, ребята. Так что оцените, пожалуйста. Поставьте лайк, напишите в комментариях. А если я раскручусь, ребята, то я буду среди подписчиков устраивать более глобальные соревнования, челленджи, и кто будет выигрывать, буду и призы давать, и денежное вознаграждение, и так, ребята. Все, только надо раскрутиться сначала. Так что поддержите, ребята, как больше 100 тысяч будет у меня подписчиков, я обязательно проведу среди подписчиков соревнования. Вот, ребята, я два заведения, короче, продегустировал. Кивикси и мистер картошка. Ну, кстати, понравилось мне грибы очень сильно. Я потому что их люблю. Подписывайтесь на канал, ребята. Ставьте лайки. Давайте продвинем в топ. И до скорых встреч. Я обязательно комментарии все читаю ваши. Как-то так. До скорых встреч. И будем рвать YouTube, ребята. Все, пошел. До свидания.